Приветствую всех, мои дорогие друзья! На связи Лилия Донскова, и я вас поздравляю с завершением 11-го каталога и с началом 12-го. 12-й каталог очень крутой, и я сразу уже накидала в корзину себе кучу всего заказов, даже кое-что не стала пока добавлять, оставила на второй заказ. Итак, что у меня получается? Я заказываю несколько тушей на продажу и под заказ. У меня выходит 3 туши 5 в одном всего за 199 рублей. Чуть ниже у меня еще есть 4 туши гипнотик и 2 консилера. Что мне это дает? Если вы вспомните, в начале каталога есть предложение при заказе на 1000 рублей со страничек номер 3-17. Вы получаете один аромат Экламон Парфа всего за 1 рубль. Итак, у меня получилось 2 аромата придут в подарок. Круто! Я очень рада. Я их смогу продать, смогу подарить, смогу делать с ними все, что захочу. Итак, посмотрим, что у меня еще в заказе. 10 штук беру шампунь-скраб с углем. Я в восторге от этого продукта. Органическая мята дает приятный аромат, уход за волосами. Волосы у меня стали очень крутые. Прям я наслаждаюсь своими волосами. Поэтому никаких денег не жалко за такой скраб. 2 пасты для чувствительных зубов. 7 штук для отбеливания зубов. Омега-3 комплекс. Пока один возьму. Вообще у меня есть в запасе еще 2 стоят. Думаю, один еще докину, потому что пью много и родителям подкидываю периодически. Крем для кожи вокруг глаз «Экологен». Один у меня был, я его открыла буквально 3 дня назад, так что в запас нужно срочно положить. И в этом каталоге коллаген с хорошими скидками. Смотрите, беру новинку, разогревающую маску, можно взять максимум 5 штук, ребята. Ну почему так мало? Это же круто себе попробовать и клиентам в подарок. Видите, 5 штук у меня не прошло. Беру новинку, набор пробничков за 79 рублей. Там, по-моему, 5 пробничков будет. Я беру 3 набора. Сама попробую, дочке дам попробовать. И кому-то из клиентов положу в подарок. И все-таки я решила себя побаловать. У меня классно прошел каталог. Очень крутой запуск. Я отлично поработала и решила себя побаловать. Серьги-трансформеры, малиновый гранат я все-таки себе беру. Хотелось бы, конечно, еще и колечко, но, возможно, в следующем заказе возьму и колечко. Посмотрим. Так, наборчик. Пробники следующего каталога. И что у нас? Почему 99 рублей? В каталоге написано 89. И тут будет сам каталог. Парфюмерная вода в La Rue Forever. Гармонизирующая тональная основа с эффектом сияния. Крем-гель для лица. Новинка. Эффект мгновенного увлажнения. И все это стоит почему-то 99 рублей. Вы не знаете почему? В каталоге написано 89. И далее. АЗ-крем увлажняющий, мультифункциональный, в оттенке светлый для моей дочки. И здесь витамины. Смотрите, что круто. Сейчас идет акция. Если делать подписку на витамины, на коктейли Wellness, то 2 мы берем за деньги. Вот смотрите, у меня второй шаг. За 2720 рублей. А третий шаг уже приходит за 1 рубль. И баллы остаются. И также у меня 2 подписки для подруги на мультивитаминчики для детей. Тоже 17 баллов. И уже они приходят бесплатно. По рублю всего, можно сказать. И также я перехожу на следующий шаг далее. И тут меня в распродаже кое-что зацепило. Я уже посмотрела распродажу. Во-первых, я хочу вот эту маску. Я ее обожаю. Здесь очень много классных продуктов. Очень много. Есть что выбрать. Некоторые цены мне не нравятся. Например, ночной крем для ног. Мне кажется, это очень высокая цена. А есть кое-что и очень даже по выгодной цене. Сейчас я вам покажу, что. Листаю, листаю. Помады все пропускаю. И я уже близко. Я уже очень близко. Вот. Вот этот набор. Мне кажется, это очень выгодно. Дневной и ночной крем осветляющий. Получается, один стоит 335, грубо говоря, да, 336. Это очень выгодно. Поэтому я возьму. У меня самый популярный, наверное, вот этот набор. Во-первых, я и сама, скорее всего, сейчас пройду курс, потому что хоть я и не загорала, но все равно бывала на солнышке долго.
И у меня появились пигменты, то есть они стали поярче, поэтому мне самой нужен этот набор. И я его тоже закидываю в корзину. И здесь есть предложение заказать зонт, но я не буду брать зонт, я возьму полотенчики. Добавила набор ковриков за 199 рублей и нажимаю еще раз в корзину. Также они дают 4 балла. Так, здесь у нас все. Еще раз заглядываю в корзину и проверяю, чтобы все продукты встали на место, как я и хотела. То есть у меня появилась маска, у меня появился наборчик и набор полотенчиков для ванной, ковриков. Почему я их полотенчики называю? Мне кажется, они очень плотные. Но уже в субботу я получу заказ, и мы сделаем распаковку. Ну что, получилось 346 баллов. У меня доставка идет на СПО. Оплату я делаю перед получением. И скидка 3984 рубля прошла. Отлично. Баланс. Да, вся скидка использована. Почему-то мне не очень много денег оставили в этот раз. Ну, в принципе, заказ в прошлый раз был всего 150 баллов. Скорее всего, поэтому. Остальные деньги все ушли на зарплату. Итак, сейчас еще раз перепроверю заказ. Все выверю и отправлю. Вам желаю всем отличного настроения. Скидывайте свои заказы, хвалитесь, что вы себе заказали, с чем решили побаловать себя и какие новинки решили попробовать в этот раз. До встречи, пока-пока!